Так, ну что ж, друзья, все, я здесь, я с вами, всем привет огромный, и сейчас мы будем с вами стримить амнезию. Ой, блин, беда же будет. Всем привет. Так, ну что ж, как говорится, начнем. Давайте я сейчас все чатики приведу в порядок и понесемся. Вчера, где мы вчера закончили? А, мы вчера сделали себе инъекцию от этого дрянного грибного запаха. Так, давайте я сейчас вам дам картинку и сразу же запущу игру. Так, давайте амнезию. Сейчас я надеюсь, у нас с сейвкой все нормально пройдет. Так, запускаемся. Запускаемся. Сейчас делаем небольшие настройки. Так, где мышка, 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 верни мышку. Ага, вот она, мышь. Так, ну что ж, смотрите, друзья, чтобы захват был нормальный. Скажите мне, в случае чего, если что не так. Во. По идее, у нас все должно быть нормально. Давайте, я вас сейчас все слушаю. Какой фон красный загорел. Навожу морок и ужас. Вот, все шикарно. То есть полосок нету, ни справа, ни слева. Все у нас нормально. Так, вы мне доверяете, да? Ну, блин, я же не вижу. Все правильно? Снизу полоска. То есть снизу есть полоска, да, как я понял? Точно снизу есть полоска? Люцифер говорит, что снизу есть полоска. Давайте попробуем сейчас эту полоску убрать. Так, по идее, вот сейчас должно быть все нормально. Ну что, сейчас-то все хорошо? Ну, да, Люцифер? Во. Во, значит, все хорошо. Все нормально. Супер. Все супер. Все супер, значит, полоска снизу. Да, всем еще раз, друзья, привет огромный. С вами Вокс. И мы продолжаем. Так, идет у нас загрузка. Загрузка у нас идет. Да, давайте смотрим. Выбираем. Сейчас единственный момент. Надо нам запустить диспетчер приложений. Где он там у нас? Надо процесс. Амнезия, амнезия. Поставить нам приоритет. Высокий. Вот. Тогда у нас все будет нормально. Так, продолжаем. Ой, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Сол, здравствуй, здравствуй тебе. Если Люцифер согласен, то все действительно в порядке. Ну да, друзья. Ой. Вокс, ты готов переплюнуть Сержа и Дейна? А что значит переплюнуть? Что они сделали? Так, ну что ж, вот мы пришли сюда. Что они сделали? Как я их могу переплюнуть? Так, ага, грибы здесь. Ну, блин, давай возвращайся. А, вода! Вот, ну нет. Ой, начинается, блин, я только сел. Серж чуть шкаф не сломал. Пастор, здравствуй. Возвели по пару замков, играем в Амнезию. Да блин, я тут сижу вообще, я возвожу тут такие замки. Стингер? Я не знаю, есть тут стингер или нет стингера. Так, а чё нам... Чё нам воспоминаний нету?
Так. Нам можно налево идти, а можно идти направо. Так, и в принципе все, да? Больше нам ничего нету. Тогда пойдем налево. Потому что направо пошел тот ну, который говорит так. Пастор Люцифер, это что за компания собралась? Друзья, я не знаю, что это за компания собралась. Сейчас как бы уже мне не до компании. Мне уже тут очередной кирпич готов к выпуску. Так. Да блин, сколько тут всего-то, а? Так. Да. Так, все сломано. Тут все сломано. Ой, я не знаю, до скольки я сегодня буду стримить. Пока не решу, что хватит кирпичей. Рычагами. Что за аппарат вообще понять? Ладно, пойдемте в другую там сторону, мы там еще несколько ходов пропустили. Здоровое, короче, такое, как я понял, проломило все это дело. Так. Мы тоже все посмотрели. Так. Там что-то управляется. Может, я понимаю, это мне... Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня! Забирайте меня! Никто не возвращается! Может, эта штука вот тут прекращает крутиться, и мы попадаем тогда туда? И все. Я не знаю, Шарк, не знаю. Только если буду стрелять. Вот эти вот вообще дрянские.
Да, ну. А, и все, да? То есть шумная машина управляется двумя рычагами, и все. То есть мы ничего не нашли. Труба отошла. Отошла труба. Так. Одна из труб расшаталась и протекает. Шумный аппарат управляет двумя рычагами. Блин, это дернулось, я аж испугался, у меня дрюная накидка. Мать ее. Надо переждать. Рональд, ну хватит. Это кирпич выпил, действительно кирпич. Фу. Я настолько стал популярен, что меня и Йопи смотрит. Ой, да. Да. Друзья, вы не поверите, сегодня, буквально часа два назад, в битве комментаторов меня опередил Зерк. С этим нужно... С этим нужно что-то делать. Вы мне поможете? Напомню, может быть, кто из вас вчера не смотрел мой стрим, то есть началась сейчас... О, я крутницу пропустил. Началась битва комментаторов на портале empiretv.org. Вот. И у меня к вам огромная просьба. Если вам не сложно, зайдите туда, подпишитесь на мой стрим и поставьте лайк. Желательно сделать и то, и другое. Кстати, за подпись на стримы дают больше поинтов. Вот. Плюс к тому же вы сможете всегда получать письмо о том, когда начинается мой стрим. Чего мне эта труба нужна? Труба. Короткая труба. Чего она дает? Давайте попробуем там шумную вот эту вот машину с ней что-то сделать. Может быть, мне вот сюда, наверное, надо будет. Меня шваркнуло. Так. Остановите водяное колесо, чтобы продолжить путь. А, да я все понял. Там элементарно. Маднес, ну как так-то, а? Не можешь сделать воксику приятное. Нет, стрим начался буквально недавно. В 10 часов. Так. А здесь мы можем что-то подобрать? Да, 5 подписок, и я на первом месте, да, друзья? Примерно так. Так, давайте попробуем с этой машиной что-то сделать. Во.
так у нас тихо стало. Наверное, так будет правильней. Нет, не трогай меня, ну пожалуйста. Зеракул, ну как бы там ты до 30 числа, до 30 мая потерпи, а 30 мая можешь отписаться. Там до 30 числа как бы идет эта битва. К концу игры Вокс остается без пальцев. Есть вероятность большая. Вроде ушел. Пойдем. Надо аккуратно очень идти, очень аккуратно. Вот она еле крутится. Та-дам! Воксик справился. Зеракул, спасибо, спасибо огромное, друзья. Зенимак, ну да, ты не особо опоздал. Я буквально недавно начал. Я в 10 часов начал, то есть... Мы успели решить только одну головоломку. Кстати говоря, тут прутья. Что-то с ними пройти невозможно. Так, пройти невозможно. Одна из решеток на руках слабее, чем остальные. Ага, то есть я так понимаю, с ней что-то можно будет сделать. То есть мы сюда что-то бабахнем и жахнем. Фильтр настраивает Gmail. Ну да. Блин, Люцифер, попробуй поиграй вот в эту игру на накидке геймпера. А, фу, крыса! Да! Еще и две. Даже три. Они погибли в приятное, наверное, время для них. Блин. Какая... Даниэль, вернись сейчас же, ты несешь с собой тень. Фу. Так. Блин, вот это гадость вообще, вот. Фу, фу, дрянь. Так, я не понял, а что мне надо сделать?
я не понимаю, у меня... Так, что у меня есть? Может, мне попробовать вот этим вот раздолбать кувалдисом? Кувалдис пельш у меня есть. Так, или смотрите, там что-то есть. Нет, может быть... А-а-а! Я не могу играть в таких условиях. Блин. Может, этой штукой надо бросить там в кого-то? Вилл, привет тебе. Привет огромный. Так. О, а там, кстати же, вода, по-моему, да? Может быть, там ходит вот этот вот призрак, который, ну, по воде. И он жрет мясо. Может быть, стоит тогда бросить на эту сторону, тот прибежит, короче, сожрет и уйдет. Точняк. Точно, да? Давайте попробуем сейчас так сделать. А-а-а! Увидел. Я не знаю, что будет. Я пока еще... Вроде... А, нет, я умирал. Меня убивали, я начинал с чекпоинта. Меня один раз убил, по-моему, этот самый призрак в канализации там. Давайте руку на всякий случай возьмем. Привет, привет, ребята. Где он орёт? Где он орёт? Где он орёт? Ай, блин, ну... Успокойся. Так, что мне надо? Нет воспоминаний. Что мне сделать надо? Разговаривают там друг с другом. Блин, офигеть. Ну уйди оттуда. Блин, а мне и кинуть нечего. Он за мной идет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
обманули, обманули, обманули. Да, чат на СК2 ТВ взрывается вообще. Да куда не пугай вас, я тут сам, блин. Ай-яй-яй-яй-яй! Фу, блин! Я не плачу, у меня истерика, это был пипец просто, друзья. Морда, привет. Блин, да как так можно играть в эту игру? Он сзади прям появился, мне истерика. Дверь выпилил. С чем он там был? Это просто пипец, друзья. Фух. Сейчас дайте я немного отдышусь. Я не могу дальше продолжать. Зато на первом месте... Ну блин. Фу, Сет, здравствуй, да. Блин, это пипец. Валидольный стрим. Дубль 2. Фух, ладно, друзья, сейчас я отдышусь. Да. Сейчас, секундочку. Вот ребята просто просили ссылку. Да, друзья, еще раз вас прошу обратить внимание, как бы помочь. То есть началась битва комментаторов на портале empiretv.org. Вот. Я вас прошу поддержать меня, если у вас есть, конечно, желание и возможность. Там просто надо подписаться на мои стримы и поставить лайк. Желательно сделать и то, и другое. Вот. Там разыгрываются денежные призы. Ну, соответственно, все денежные призы, которые я получаю от стримов, я трачу на игры. То есть, как я и говорил там вчера, если мы нам удастся занять призовое место, то выиграем мы с вами. То есть я приобрету тот девайс или ту игру, которую, естественно, вы захочете на стрим. То есть выиграем и мы, и вы. Поэтому огромная просьба и подписаться, и поставить лайк на стриме. Надо было стяпнуть стопочку, это вообще... Кстати, насчет марафона, синдикат, плиз, по стриме. Но я не знаю, синдикат, просто я стараюсь как бы эксклюзивы для PlayStation как бы стримить, вот, но меня вот попросили постримить Амнезию, и я просто, это пипец. Фу. Да, я общаюсь, чтобы оттянуть время начала, друзья, это правда. Блин, у меня накидка просто подо мной чуть ли не взорвалась. Я вот еще раз скажу вам, да, друзья, может быть, кто не знает, я стримлю данную игру как бы с накидкой Game Tricks. То есть она подо мной вибрирует в моменты, там, когда там музыка начинает там громко играть, дрожать что-то начинает там в игре. И просто пипец. Сейчас, когда он сзади меня появился, меня чуть на стуле не подбросило. Просто плюс он меня жахнул еще вообще очень жестко и сильно.
Ой. Там всего 2 минуты с 16:40. Морской котик, а что это такое? Просто как бы я сначала, наверное, сам посмотрю, а потом покажу на стрим. Потому что один раз у меня уже был момент, когда мне посоветовали показать ролик на стрим, а там было не очень цензурно. Соседи возненавидят эту игру. Я ее уже возненавидел. Так, ладно, друзья, все. Возвращаемся. Так, где мы находимся? Вот это интересно. Блин, 4 двери. Это жесть. Так, трудница. Так, ну что нам делать? Так, 4 двери. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Друзья, скажите мне, пожалуйста, я хоть половину игры прошел, до конца игры далеко или нет? Потому что я знаю, вы же смотрели, вы знаете эту игру. Так, давайте от веревки пойдем в эту дверь. Треть осталось или треть прошел? Ты понимаешь, что такое треть? Это 1/3 часть, то есть еще 2 раза по столько же, сколько я играл. Даркест, ой-ой-ой, какой ты молодец, ай, молодец, Даркест. Вот видите, берите пример с Даркеста. Он зарегистрировался и подписался на мои стримы на Empire TV и поставил мне лайк. Какой он молодец. Хвалите все его дружно и делайте как он. Вот. Я правильно сделал, Дарк, да? Я похвалил тебя. Так, ладно. Не поддается. Ладно, здесь не поддается. Что у нас здесь? Еще 2 двери осталось. Так. Может быть, здесь у нас... Блин, там вообще нету ни описания, ничего. Ладно, в эту дверь пойдем. Последнюю. Да, Кверти. Все друзья молодцы. Thank you.
9 августа 1839 года. Я весь в поту. Руки трясутся. Не знаю, кто в здравом уме смог бы провести ритуал ограждения. Удивительно, что темницей до сих пор пользуются. Слуги Александра привели пленника. Убийцу, по его словам. Александр все приготовил, но сказал, что я должен сам провести ритуал, чтобы был эффект. Тень можно сбить со следа кровью другого человека. Убив этого мужчину, мы выиграем время. Что мне оставалось? Александр сказал, что выхода нет. Он спасает мою жизнь. Я не могу позволить себе споры. Офигеть, то есть чувак взял и убил кого-то. Так, что это такое у нас? Я ведь не знаю, что это. Пойдем туда, посмотрим, что там у нас. Жесть, куда это мы спускаемся? Так. Рассудок пока еще более-менее в порядке. Трутницы, я так понимаю, ну, они же нужны для того, чтобы зажигать огни. Просто кто-то вообще в огромный... Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу, да? Твоя жизнь в безопасности. Верю. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Офигеть, сколько нам ходить. Так зачем нам нужны были вон те штуки, рычаги? Ой. Там кто-то...
Помоги мне. Потяни за выключатель. Рядом со мной. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. А тебя? Даниэль. Тебя зовут как пророка брошенного ко львам? Скажи мне, Даниэль, львы уже окружили тебя? Какие Ты львы? Хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр беспомощен. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и в трансепте, мальчик мой. Они должны быть там. То есть нужно собрать осколки сфер, я так понимаю. Клирос. Так, для входа в сечение нужна сфера. Осколки сферы валяются в камерах пыток. Так. Да нет, не хочу тебя вновь беспокоить, но если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? А как? Я знаю, это звучит глупо. Только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне. Он работал над тем, как спасти меня. Над эликсиром, который освободил бы меня от этого дряхлого тела. Да не вопрос. Умирающая Агриппа ищет записку от человека по имени Иоганн Вейер. Хорошо. Найдем записку, принесем ему. Так, ладно. Кто я? Меня зовут Генрих Корнелий Агриппа. Ладно, знаешь, все. Когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этих останках. Не знаю, как долго. Возможно, века. Камеры пыток. Найди ее! Блин, с тем чуваком поспокойнее как-то. Здесь ничего нету. Так, тут у нас тоже, да, ничего нету?
Так, и здесь просто. Мясо. Кусок свежего мяса. Откуда оно здесь? Часы, наушники зря надел. Так явно веселее. Да, Сол, тут до одного. Вернется, мать твою. Так. Тут тоже ничего нету. Да блин, хоть один осколок бы нашел, хоть порадовался бы. Так, трудница. Как хоть выглядят эти осколки? Так, здесь я все посмотрел, да? Алтарь. Блин, мне же не надо к алтарю, правильно? Нет. Леончик, я Dead Space уже прошел. Синемак, ты тоже молодец. В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. Это пипец. А, это снова ты. Александр хитер и умен, но у него заканчивается терпение. Так, почему ладно. Почему он захватил? Роба, друзья. Сейчас роба исправим. Так, ну что ж. Сейчас роба уже нету, да? Да, я сейчас на компе стримлю. Я сейчас стримлю на компе. Так, давайте посмотрим. Йо, привет тебе. Да, друзья, вы также не забывайте о том, что как бы я говорил и всегда говорю, что у меня 5 порталов, на которые я стримлю.
Экзо. Нет, это не начало, это уже я достаточно далеко прошел. Вот. И то есть основными чатами, которые я читаю, это у меня киберап.ру, Empire и СК2. Вот. Остальные я читаю как бы по возможности. Вот. Ну, самым основным у меня, естественно, киберап является. Вот. Перерыв. Ты на 5 минут. Может быть, действительно, да, стоит сделать небольшой такой перерывчик. Давайте сейчас чаты почитаю. Так. Все. Ну, тут... Так, да, плюс к перерыву. Ладно, давайте действительно сделаем небольшой такой перерывчик. Вот я сейчас тоже отойду. Вот. Зенимак, ты все, уже с падки уходишь? Ну ладно. Ты тут тоже застрял? Тебе это место реально троллит? Ну сейчас будем вместе как раз помогать и проходить. Вот. Всем привет. Половину я уже прошел, но это хоть радует. Ладно, друзья, еще раз к вам обращаюсь с просьбой поддержать меня в битве комментаторов на Empire TV. То есть поставить лайк и подписаться на мои стримы. Желательно сделать и то, и другое. Я буду вам очень признателен. Вы меня очень сильно поддержите таким образом. Вот, ладно, давайте сделаем небольшую паузу, и я сейчас к вам вернусь. Перерыв 5 минут.
Ну что, друзья, продолжим. Я смотрю, немножко народу разбежалось, как они не любят паузы, сразу начинают переключать на другие каналы. Ну да ладно, ничего страшного, наберем мы еще аудиторию, правда? Ведь вы же мне поможете. Ну что ж, давайте. Все, я здесь. Леончик, хватит прыгать по чатам. Я тебя на киберапе смотрю, все хорошо. Так, ну что ж, друзья. Сейчас еще один небольшой такой моментик. Сейчас я тут подправлю. И мы продолжим тут. Один момент, один момент. Ну что, друзья, в битве комментаторов мы с вами вырвались на первое место? Или по-прежнему Зерк лидирует? А? Можете мне сказать? Есть у нас уже первое место? Ну, кстати, чтобы посмотреть, я даю вам ссылку и на портале empiretv.org. Там можно нажать рейтинг, там будет глобальный рейтинг. И рядом будет вкладка «Битва комментаторов». И вот туда нажмете, как бы, и там пока покажется. Мы на первом. Ну, Люцифер, надо говорить, что не ты на первом, а мы на первом, потому что все это благодаря вам происходит, и вы это прекрасно понимаете. Так что заслуга это наша общая. Вот. Я для вас стримлю, а вы голосуете. И ставите лайки и плюсы. Все равно в данном случае выиграем мы с вами вместе. Потому что я получу денежки и потрачу на игры для вас. Поэтому правильнее будет говорить, что мы на первом месте, и мы должны просто это первое место удержать до 30 мая, и мы сделаем это с вами. Правильно, друзья? Да. Вот так вот. Давай, боевой настрой. Продолжай играть, не тяни время. Окей. Мы и Зерк в жутком отрыве. Ну, блин, там все еще впереди. Сегодня только второй день. Так что... Битва предстоит жесткая и сложная. Так что зовите своих друзей и просите их сделать добрый поступок для Вокса. Так что все хорошо. Ладно, давайте, погнали. Продолжаем. Так, я вам картинку дал, да, по-моему? Да, я дал картинку, все нормально, все хорошо. На самом деле заполучить не меня, а Йоганна Бейера. Так, что он рассказывает постоянно? Ты никогда не слышал о Бейлере? Мальчик мой, он, возможно, величайший человек в истории, а ты не знаешь о нем. Неужели весь мир позабыл? Ну, блин. Был о нем. Фокса теперь можно шантажировать отпиской от лайков. Ну, в принципе, да. Можно и так. Ну, Бейер был моим. Да блин, ты. Моим? Да, я горжусь этим. Что в этом такого? Так, ладно, давайте. А, вот она. Что за эти самые, что за штуки? Открыть дверь отсюда нельзя. Теперь понятно. Однажды я нашел храм Митры. Мне повезло, его не тронула рука мародера. Ты знаешь о митраизме? Впрочем, не важно. Вера древняя, храмы находились в пещерах. Их темные стены олицетворяли Вселенную, а внутри верующие люди
наблюдавшие за вращением небес. У верующих было нечто, что связывало их с творением, сферой. Golden Shark, ответ на твой вопрос. Ты выигрывал вообще? Ну вот, ты можешь посмотреть победители за февраль. Вот я в феврале занял 5-е место и заработал там 50 УЕ. Соответственно, эти денежки выплатили, и я купил игру на стрим. Там даже с победителями там конференция такая была, то есть созывали победителей. Вот, и общались с нами. Там, может быть, в водах у Зерга. Там это Зерг стримил как раз. Там было. Игра Амнезия. Там в описании моего стрима там есть, что это Амнезия и то, что это вместе с Геймтриксом. Нет, кстати, там насчет мультиаков, вот я в прошлой битве участвовал мало, то есть как бы битва за март, потому что там была охота, плюс я немножко болел, поэтому я не смог полностью принять нормальное участие, то есть я там занял место 10-е какое-то, или там 11-е, может даже 14-е, точно не помню, вот. И я просто как бы там смотрел, то есть была информация о том, что там... А, блин! Сейчас, секунду, друзья. Так, ну все, друзья, я здесь. Вот. Так, то есть как бы там был момент, что запалили нескольких человек, что они мультиаками делали себе, прибавляли плюсы. Вот, соответственно, их исключили из битвы. Вот. Как бы, а цель 1-е место или в 5-ке хотя бы быть? Но там за 1-е место в битве комментаторов дают 150 УЕ, за 2-е место там 100 УЕ, а начиная с 3-го по 7-е дают 50. То есть, как бы, нам желательно где-нибудь повыше. То есть, я думаю, 1-е, 2-е место нам надо с вами удержать. Так, ладно, давайте. Что-то не так с механизмом, не понял. Блин, там у нас еще что-то не так с механизмом. Пара рычагов, наверное, судя по всему, из-за каких-то неполадок в механизмах. А где эти механизмы искать? Так, понятно. Засада. Нам нужно чинить эти механизмы. Что-то не так с механизмом. Так. Где теперь найти эти механизмы? Так. Точно нету.
что началось, то, что бывает на 99% стримов. Так, не поддается. Так, тут тоже нельзя использовать ничего. Этот предмет. Тогда, я так понимаю, нам надо идти туда и искать механизмы там. Так, давайте зажжем здесь факелы. Так. Механизмов у нас никаких нету, да, с вами? Так, а что за механизмы? Я вот на самом деле не могу понять. Так, давайте зажигаем тут огни. Так, тогда нам нужно искать... Что ты хотел, мой мальчик? Какой рычаг? А, этот. Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Погляди в другой комнате. Детали механизма спрятаны тут повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь способ починить его. Детали механизма спрятаны повсюду. Их немного осталось. Иногда они поглощают сами себя или раскалываются, если их использует непосвященный. Мне повезло. Сфера, которую я нашел, пощадила мою жизнь и сама возвратилась на свое место. Я знаю об этом, потому что позже Александр забрал ее и привез в Бренденбург. Так, ну тогда нам надо сюда, в алтарь, а больше нам ничего не остается. Нам в алтарь тогда надо будет. Зерк прямо в теме стрима пишет, мол, голосуйте за него в битве. Ну, правильно. Фига себе тут огонечек.
остается. Ладно. Осталось совсем немного. Я словно Орфей спускаюсь в царство Аида. Что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забудь. Твоя интуиция весьма развита. Не уверен, что понимаю вас. Не бери в голову. В конце концов, это лишь миф. Так. Ну, давайте начнем тогда отсюда. Пошли налево. Блин, жуть какая. августа 1839 года. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я занимаю себя тем, что помогаю с пленниками. Меня тошнит от этих отбросов общества. Ни один из них не может достойно встретить наказание. Эти гады лгут, что невиновны. Трусливо молят о пощаде. Даже не верится, что цивилизованный человек может так низко пасть. Я все время напоминаю себе, что все они отъявленные мерзавцы. Я даже благодарен Богу, что он посылает нам этих гадов, чтобы они послужили моему спасению. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня пока мало, и в последний раз получилось грязновато. К следующему ритуалу ограждения я буду готов. Нормально так. Так, ведро смолы. Ага. Так, мы нашли трутницу и ведро смолы. Нормально. Это хорошо. Как туда добраться? Так, значит, нам не сюда пока. Это хорошо, значит, что-то уже мы нормально ищем и находим. Так, друзья, kiberup.ru, что же вы так притихли-то? Так, разбитая сфера. А, все пропало. Я вынужден начинать сначала. С тех самых пор, как я обнаружил сферу, найденную Агриппой, она была основой моих исследований. Из-за случая с Вильгельмом я стал нетерпелив. Опасаясь нехватки пленников, я приступил к последнему ритуалу без должной подготовки.
Сфера треснула и раскололась на 6 частей. Я попробовал все, но не могу ее собрать. Если я не придумаю, как это сделать, придется найти еще одну. В осколках сферы еще теплица жизни. Даже если не удастся восстановить ее, возможно, хотя бы часть ее силы можно будет использовать для других целей. Прошли целые века безрезультативно. И я уже не уверен, что увижу свою любимую вновь. Как долго я смогу еще поддерживать собственную жизнь? Ого, это кто написал-то, кстати? Может быть, этот самый, сам Александр? Все теряет голубые. Я так понимаю, он хочет вернуть свою любимую какую-то к жизни. Для этого нужна ему сила сферы. Блин, это, кстати, может пригодиться. Может, это алтарь какой-то? Так. Что у нас здесь есть? Мы тут что-то сможем взять? Нет, тут только все упадет и расколется. Так, здесь у нас ничего такого интересного нету. Здесь мы все посмотрели, да, с вами? Да, тут тоже у нас ничего нету. Положить эту. Не с чем использовать предмет. Странно. Ладно, странно. В этой комнате вообще только мы записку нашли и больше ничего. И никакой детали для этого самого. Да, никакой детали не было. Кирпичные места еще. Чтобы найти кирпичные места, нам нужно пройти вот эти вот места. Я так понимаю, Шарк, ты тут где-то, да, застрял? Нам остался только один единственный путь. Путь вперед. Непонятно, что тут делать. О, блин, трындец. Так. Это, скорее всего, для сферы, да? Там нам нас жахнет, я так понимаю, электричество. Туда даже идти не стоит. Блин, и чего?
А больше проходов нигде нету. Иди чини механизм. Так и как я могу чинить механизм, если у меня нет деталей? И я не знаю, где их взять. Преграждает путь к алтарю. На пьедестале алтаря есть выемка, куда может поместиться сфера. Пара рычагов, например, не работает, судя по всему, из-за каких-то неполадок механизм. Активная дверь преграждает путь. Умирающая гриппа ищет записку человека по имени Иоганн. Для входа в алтарь священник нужна сфера. Осколки сферы валяются в камерах пыток. В камеры пыток мы не можем попасть, потому что не работает механизм. Чтобы починить механизм, делаем то, что нужно сделать. Нужны детали, а где взять детали, я понятия не имею. Что это, Даниэль? Чувство вины и вини себя. Ты начал все это. Ты отправил мне письмо с просьбой о помощи. И вот как ты мне отплатил, да как ты смеешь? Джампер, привет. Нет, я завтра не работаю, но мне завтра надо в поликлинику с утра пойти. Так. Блин. Может, мы здесь не все еще смотрели? Там где-то механизм. Ладно, пойдемте к гриппе. Даниэль, рад тебя видеть. Вейлер был отважен и решился на то, на что я не смог. Он открыл несколько песчаных храмов и собрал целую коллекцию сфер. Но, в отличие от других искателей, со времен падения веры в Митру, он смог избавиться от того ужаса, который мы с тобой связаны со сферами. Он использовал сферы и отправился далеко. Так, что-то я как-то будут ли марафоны в ближайшие дни? Да для марафонов нужно найти какую-нибудь игру. А, это снова ты. Я настолько, насколько хотелось бы, мальчик. А, это снова ты. Блин, ну где они? Как идут дела?
Да хреновые тут дела. Я всегда надеялся, что Виллер вернется и даст мне второй шанс. Но на это же надеется и Александр. Вот почему он держит меня здесь? Ожидаю, что Виллер... Семен Семенович. Теперь можно подняться туда. Все, механизм мы запустили. Ура! Не время рассиживаться. Ура, друзья, спасибо. Спойлер про потолок был вообще клевый. Да, джампер, скорее всего. Зашел слишком далеко, Даниэль. Придется тебя остановить. Дальше ты не пройдешь. Прости, друг. Блин, че он накаляет-то меня? Так, спокойнее будет немного. А, это снова ты? Да, это снова я. Отлично. Я знал, что ты справишься. Так, начинаем. Есть. А зачем мы? Так. Мне посоветовали привязать к веревке кусок мяса. Ух ты! А что будет? А
что это? Офигеть, вы чё с... Мы взяли останки. Кость, покрытая слизью. Кость, покрытая слизью. Зачем она? Ну да ладно. Трансепт. Прыгай в колодец, проверь, что там. Офигеть. Это камера пыток такая. Там еще наверх лестница. Мне еще мучится, барон. Сколько? Убей, прошу, убей. Этот, приготовьте его. Осколок сферы мы нашли. Его накрыло-то сразу, рассудок в ужасе. Да блин, ну да отходи от этого уже.
Блин, вот его кроет-то, а. Блин, чувак, ну давай, это отходняк, лови. Я не могу управлять его, когда у него там рассудок такой, то это труба. Он становится неуправляемым. Не трогай меня, тварь! Колыбель готова. Хорошо. Ты же человек. Можешь в этом участвовать. Кто он такой? Преступник. Не обращай внимания на его вранье. Я не злодей. Это был несчастный случай. Он поджег человека. Да послушайте же. Я не виноват. Ужасно. И не говори. Мы имеем дело с чудовищами. Как же его накрывает-то тут? Нет! Нет, пожалуйста! Я сделаю все, что угодно! Все, что угодно! Что угодно! Я не виновен! Тут мы ничего не найдем, да? А, нет, найдем. Осколок сферы. А, он сказал 6 частей, да? Соответственно, 3 двери. И там наверху что-то. То есть одну мы нашли, вторую мы нашли. Сейчас еще третья дверь там мы найдем в камере пыток, потом перейдем на другую сторону. Там тоже, скорее всего, будет 3, то есть найдем еще. А вот эти двери наверху, что они там дают? Вообще жесть. Блин, вот он накаляет. Thank you.
понял. Был же здесь чувак. Ядрить-мадрить-то, что случилось-то с ним? Так, ладно. Пошли наверх. Надо ему было ходить и гулять там еще. Так, что это за кабинет вообще? О, масло. Хорошо. Масло. Веревочка. В пытках можно долго рассуждать. Я полагал, что у жертв будет индивидуальная реакция. К счастью, это казалось не так. У людей физическая боль и ужас ожидания вызывает сходную реакцию. Очень важно, что жертва была обездвижена перед пыткой. Даже самое слабое существо может вырваться в яростном припадке, показав куда больше силы, чем кажется на первый взгляд. Если жертву сломить должным образом, такой проблемы не будет, но это повредит цели моих исследований, ослабит нужный мне эффект. Соответственно, действовать нужно так: обездвижить жертву, пока она без сознания, а потом объяснить жертве суть пытки и лишь затем приступать. Цель объяснения — вызвать страх. Разум может довести хозяина до крайней степени ужаса, когда человек лишь воображает боль. Во время пытки не следует наносить серьезных повреждений. Она тем более эффективна, чем больше длится процесс. Также следует мучить жертву по возможности периодически, ожидая, пока не утихнет боль от прошлого удара. Если бичевать или полосовать жертву, следует наносить один удар, потом ждать, пока боль не пройдет, а затем наносить следующий удар. Пока тело страдает, она производит эликсир жизни и насыщает им кровь. Лишь мастерски выполненная пытка позволит мне достичь максимального эффекта. Если жертва не ведет себя подобающим образом, все усилия пойдут на смарку. Поэтому при отклонениях повреждений нужно дать пленнику эликсир амнезии, а затем попробовать вновь. Пипец, это жесть просто. Так. Ощущение, что реально он все это делает, дабы вернуть свою любимую к жизни. Так, ну что ж, тут мы собрали все осколки. Палка, привет. Ура, сегодня не лагает. Привет, диверсант. Я еще сейчас... Блин, а тут этот все пугает меня. Как идут дела? Похоже, ты нашел все осколки в трансепте, мальчик мой. Отправляйся на Пирос
и найди остальные. Хорошо. Так, остальные осколки можно найти в клиросе. Магический барьер преграждает, но все же есть выемка, кто может сунуть горящие грибы. Записка человека имени Иоганн Вейер. А у нас нету от Иоганна Вейера пока ничего. Ладно, будем искать. А, мы взяли, кстати, прочная пеньковая веревка. А если вот так? Не работает. А так? Не работает. Короче, не работает. Так, это фонарь. Потушен. Ладно. Так. Запустилось. Всем привет. Привет, Девилин. Рабовокс? Эйрфайр, да ладно! Как давно тебя не было? Наконец-то Сереженька начал амнезию. Привет, Сережка, он сегодня выспался. Ну, я так более-менее. Я понял, как надо покарать соседей сверху. Ой. Я осколки ищу. Так, давайте рабовой уберем и почитаем сейчас в чатике. Так, ну что ж. Давайте, и ты тоже по мне соскучился? Где ты пропадал-то, родимый мой, а? Так, давно. Это, кстати, это Агриппа, вот, который закован. Он сказал, что есть сфера, но она разбита на осколок, который собрать невозможно, как бы. А если мы помним из записок, из дневников, то этот Даниэль говорил, что у него получилось собрать некую сферу. И он сказал об этом этому Агриппе, и он сказал, где находятся осколки сферы. То есть мы сейчас ходим, ищем, собираем сферу, чтобы пройти к алтарю. Вот, то есть три осколки мы нашли, еще надо осталось три штучки найти. Девилин, вот примерно так. Стримлю я здесь 4 часов вечером. Там, сям, дела и сессия. Ну, понятно. Свадьба скоро? Так. Вопрос только Даниэле. Темная лошадка, как мне кажется. Ну, может быть, может быть, может, может, может быть. Так. Какую игру брать собираешься? Я вот не знаю. На самом деле, я думаю, может быть, взять Twisted Metal, погонять. А? Вам понравится? Там, кстати, есть прохождение, как бы, а также можно попросить Йофи все вместе. Да, Йофи? Йофи смотрит мой стрим, чтобы он тоже взял Twisted Metal. И мы тогда погоняем. На машинках вообще. Было бы здорово. Или у меня есть еще один вариант. Одну игрушку, я так предполагаю, взять. Но пока еще не решил. Диабло 3, марафон начнется скоро. Ну, может быть. Ладно, я спать, всем ББ. А где КТ? А футболка? Какая КТ? Какая футболка? А он в цепях отдыхает, вот действительно. Да, ну блин. Да ничего. Молодой еще, все впереди будет. Ладно, друзья, еще раз обращаюсь ко всем вам, мои любимые зрители. Прошу вас помочь мне в битве комментаторов на empiretv.org. Там нужно зайти туда, зарегистрироваться. Регистрация достаточно быстро походит. Может быть, кто-то из вас уже там зарегистрирован. Поставить лайк и подписаться. Желательно сделать и то, и другое. Я просто там смотрел, как бы вчера друзья ставили мне лайки, вот, но не подписывались на стрим. Там, если вы подписываетесь, да, вам приходит, конечно же, сообщение там на почту, что так и так начался стрим от Вокса. Но вот я прошу вас, если вам это не надо, то хотя бы до 30 числа потерпите, а потом можете как бы от этого отписаться. Просто как бы там прибавляют баллы в общей гонке именно как раз и за подписку, и за лайк. Кстати, за подписку дают 0,4 балла, а за лайк 0,3. То есть подписка, она более выгодная в этом плане. Вот, соответственно, как бы там разыгрываются денежные призы, и эти денежные призы в случае моей победы я, естественно, потрачу на стрим. То есть как бы приобрету ту игру, которую вы мне посоветуете, захотите, чтобы я постримил, там устроил марафон и так далее. Поэтому
Если есть возможность, зайдите, пожалуйста, подпишитесь на мой стрим и поставьте лайк. Я буду вам очень-очень сильно признателен. Какая-то хрень получилась. Люцифер, что-то ты не то сбросил. Space Marines. Кстати, Девилин, вот ты мне первый попросил как бы вот эту игру постримить. Я про нее даже вообще не знаю. Насколько я знаю, Space Marine это к Вархаммеру какое-то отношение имеет. Но так как я с Вархаммером не дружу, имеется в виду то, что я только слышал о нем, ни разу не видел, ни разу не играл, поэтому... Так, сейчас, Йофи, слушай Вокса на ух смотри. Так, а что тут? Как называется игра, в которой по этажам ходить? Твистед классные мувики. Йофи, слушай Вокса на ух смотри. I am alive. Спасибо. По этажам ходите, больше ничего делать не надо. Блин, я даже не знаю. Башидол, я правильно прочитал твой ник? Надеюсь, что да. Я даже не знаю. Друзья, вот такой вопрос в чатике. Как называется игра там, где по этажам ходить надо? Там надо ходить по этажам и больше ничего. Вот просто я немного не понимаю. Фанкер стримил такую игру. Ужастик нормальный. Ну, кстати, может быть, да, действительно, Пенумбра. То есть Пенумбру я как-то пытался стримить. То есть она, ну... Достаточно нормальная, но все-таки Амнезия в 100 раз лучше. Я тоже вот пропустил про майку. Homefront. Девилин это просто плюс 100-500 баллов. Это что-то из той серии, как называется тот фильм, где снимался тот чувак, который снимался в том фильме. Ой. Да, примерно это действительно так. СКП 087. Вот та игра. А что это за игра такая, друзья? СКП 087. Кстати, в двух чатах мне написали, даже в трех чатах. Симулятор лесенки. Тебе ответили. SCP 087. Да, это она. Вот так вот сказали, что она называется. Вбей и посмотри. Ну, кстати, да, может быть. Автик, а ты зайди, пожалуйста, по моей ссылочке тогда. И там поставь лайк и подпишись на мой стрим. Я тебя очень прошу. Ты мне очень поможешь. Тем более, как бы, поможем мы вместе все друг другу. То есть выиграем мы все вместе. Я выиграю денежки, которые потрачу на игру для вас. А вы, соответственно, выиграете интереснейший стрим от Вокса. Можно это вот так вот перевернуть. Так, ну ладно, давайте что? Немножко пообщались и продолжаем. Да, друзья, еще раз напоминаю, что я стримлю на 5 порталов. И вот я вот только в таких вот перерывах могу просматривать все чаты, в которых вы пишете. А так основным чатом у меня является киберап.ру. Вот, Empire и также СК2 ТВ я смотрю. На один раз нормуль такой хоррор атмосферный. Ну, может быть, может быть.
Bulletstorm. Кстати, Bulletstorm можно было бы попробовать постримить. Я Bulletstorm у меня есть. Я, кстати, начинал его играть. Я прошел там буквально там несколько уровней, если их можно уровнями назвать. Вот. И... Спасибо, спасибо. Большедол, спасибо. Вот. То есть я ее всю не проходил. Она у меня есть на компе. Может быть, ее действительно по... Вольфенштейн не желаешь? Нет, такую не желаю. Ладно, давайте вернемся к Амнезии. Потом после стрима уже можно будет пообщаться на... по поводу того, что... чтобы мне постримить в следующую. Я вот на самом деле сегодня хотел постримить Лимбо перед Амнезией, но у меня не было времени. Поэтому, может быть, на днях у нас пройдет такой стрим Лимбо. Лимбо там проходит за, буквально за 2-3 часа, так что можно будет как-нибудь поугарать. Вот, ладно, давайте, погнали. Марафон, ну, завтра-послезавтра марафон будет, только нужно найти игру, которую постримить. То есть вы пока придумывайте и на странице ВКонтакте, наверное, ну, в группе ВКонтакте, присоединяйтесь сюда и там на стене пишите пожелания или там где-нибудь в комментариях, где можно, то есть на Empire TV, на этом самом, на SK2 TV, где можно оставлять комментарии. Также можете зайти на kiberup.ru, там есть команда сайта, зайти туда, там найти меня. Вот, там небольшая информация там обо мне, может даже фотографии там есть, по-моему. Вот, и там тоже можете оставлять комментарии. Вот, там типа моя персональная страничка на kiberup.ru. Можете зайти туда, посмотреть. И там же оставить комментарий. Сказать, что ой, Vox классный стример, я хочу от него детей, или там фу-фу-фу, уберите этого вообще... недоноска с экранов, я его терпеть не могу и так далее и тому подобное. То есть что-то в этом роде можете написать. Конечно, хотелось бы приятное, но на вкус и цвет все фломастеры черные. Ладно, давайте смотрим, что за записка. Так, веер. Что говорит через Агриппу? Так, кстати, вот записку, которую искала Гриппа. Давайте сейчас почитаем. Снайпер Элит 2? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Может быть. Я говорю, в комментариях, друзья, пишите. 5-3 дрючим шведов. Yes, давай! Россия вперед! Я думаю, ты, Вирпул, про Россию говорил, не про Нигерию. Ты наш? Russian people? Ладно, я шучу. Не обращай внимания. Так. Веер насмехается надо мной из-за грани этой реальности. Я доверился ему, открыл истинную причину, почему так стремлюсь вернуться, и все же он настаивает, чтобы я отпустил Агриппу. Неужели столь просвещенный и могущественный человек может быть таким бездушным? Я не могу лишиться Агриппы. Он уже многие века остается единственным связующим звеном между мной и другими мирами. Веер утверждает, что старается изо всех сил возродить меня из изгнания, но я должен верить ему, вернуть ему Агриппу, чтобы тот помог в работе. Если бы Веер мог гарантировать успех, я бы легко расстался с Агриппой. Но как я могу пойти на это, не будучи уверенным в возвращении? Я знаю, на что они способны, я стал жертвой их коварства. Оптимизм – жалкая замена истинной надежды, но я должен сохранять его. Я подготовлю все для того, чтобы отпустить Агрипп, дабы не убить его во время процедуры. Веер сказал мне... Веер сказал мне напоить его эликсиром из парализующей жидкости, эликсиром жизни и тамптера, господи. Ядовитые грибы сгодятся, чтобы парализовать его, если найти ядовитую железу у особо крупного гриба. На клиросе их предостаточно. Затем с помощью соответствующих инструментов я извлеку яд. Эликсир жизни можно извлечь обычным способом из крови человека в предсмертной агонии. Мне нужно побольше, чтобы потом дистиллировать
Наберу его во время следующих сеансов пыток. А вот Тамтер представляет затруднение. Не думаю, что он существует в этом мире. Даже запись слова на их языке кажется неправильной. Полагаю, это часть выделений Каэрнка в воде. Нужно попросить веера предоставить мне носителя. Приготовленный должным образом, колодец должен удержать его. Пипец. Так. Эликсир из трех ингредиентов. А, кстати, один из ингредиентов, я так понимаю, мы нашли. Это кость со слизью. Кость, покрытая слизью. Это вот как раз там Птера, там Херера, как там ее там называют. Так, теперь нам нужно... Ой, блин, чувака в предсмертной агонии. Кровь, короче, я так понимаю. При дворе орден Черного Орла занят политическими распрями, а я живу здесь тихо и незаметно, забытый всеми. Иногда кто-нибудь вспомнит обо мне и в ужасе содрогнется. Они знают, что я все тот же Александр, который помог их отцам и дедам основать этот великий орден. Я видел, как они сменяли своих отцов, и увижу, как они уйдут, постарев. Я же останусь прежним, ибо время надо мной не властно. Меня держает лишь отчаяние. Ура! Вот такие вот слова. Так, давайте трудницу еще берем. Так, трудница. Трудница, который зашел. Так. Записку мы нашли. Так. Нужны какие-то ингредиенты, да, я так понимаю? Ладно, пошли, там камера пыток впереди. Лирос, вход. Ты не составил список игр, которые стримил? Нет. Люцифер, как ты мог застрять в Лимбо? Ужас. Так. Записка. Блин, что так дёрнуло? 1839 года. Защита, купленная кровью, разрушается. Тень мечется рядом, ее вой отвлекает меня. Торопись, времени нет. Нужно убить еще одного. Александр достает нож. Он хочет, чтобы я резал плоть. Сделай это. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль. Хладнокровный убийца. Торопись. Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Нанести краску на тело. Резать по линии. Резать плоть. Смотреть, как льется кровь. Пусть идет. Пожалуйста. Я не сделал ничего дурного. Наносить краску, резать по линии. Прошу, кричит человек. Тихо, засыпай. Это жесть. Молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сферы, я сделал это для тебя. А сейчас пусть твоя тень уходит. Ядрёна вошь, нифига себе его торкнуло-то Даниэля-то, а? Офигеть. Это жесть. Так, а я дверь закрывал или нет? Зачем меня накаляет так?
Александр, времени мало. Мы должны действовать быстро. Я готов на все. Это его рас... Так, тут что, вообще ничего что ли нету? После того, как они привязали пленника, начался ритуал. Нам нужна кровь. Ладно, может быть, дальше где-то мы сможем найти какую-нибудь емкость или там что-нибудь смазать. Нам же нужен эликсир какой-то, правильно? Ладно, пойдем дальше. А у меня банка есть? А, может быть, да, действительно, в банку собрать? Банку можно спросить у Димаги, кстати. Ай, блин, по носу себе это дал двери-то, а? Банка у меня есть. Вирпул, хватит спойлерить. А! Ну блин!
Макс пишет, говорит, я ждал этот момент. А ты приготовился? Блин, вы засранцы, вы знаете все эти моменты, вы смотрели стримы. А у меня паника, я первый раз в эту игру играю. И тут обосраться можно вообще. Кузнец стоял, не двигаясь. Железную деву закрыли, но немного света полегло. Перед тем, что он здесь. Этот момент у всех одинаковый. Пастор чуть с кресла не упал, звук потише сделал. Шуть. Так, по идее это пыточная, да? Значит, где-то здесь должна быть сфера. То есть осколок сферы. Ходить в шкафчик, закрывать дверцу, начинать танцевать. Так, вот кусочек сферы мы нашли. Осколок сферы мы взяли. Залезать, ну да нет. Тёрнул ногой и не сразу понял, что проколол себе глаз. Ну да. Так, ну все, по идее мы тут все нашли, правильно? Все нашли. Она заслужила это, маленькая дрянь. У нас выход, правильно я так понимаю? Да, это выход. Может быть, это здесь еще есть? Так, ага. Да вы что, издеваетесь, что ли?
Чё за лабиринты здесь? Ой, вон дверь нашел. Колесо прекрасно подходит, чтобы обездвижить жертву во время ритуала. Человека можно привязать к ободу или растянуть на колесе, привязав конечности к спицам. Затем сгодятся любые инструменты, и пытать пленника можно любым способом. Но главное достоинство колеса – провалы между спицами. Когда решишь, что жертве пора умереть, можно сломать кости конечности молотом так, чтобы жертва оказалась внутри обода. Но они ведь умрут. То есть умрут слишком быстро. Не волнуйся. Тело человека куда прочнее, чем кажется. Они могут умирать несколько суток. Это жесть. Так, друзья, вы мне скажите, где я для Агриппы смогу взять этот... Эликсир там какой-то для него там нужно сделать, эликсир жизни. Блин, он где-то здесь. Вон он ходит. Так, трутница. Трутница — это зажигалка, да. Тараканы, уйдите, что у меня происходит? Что это за тараканы вообще? Где еще одна дверь?
еще одна дверь, ну наконец-то мы ее нашли. Ткани грибов мягких можно разломить. Гриб нашел. Сразу понял, в чем смысл бронзового быка, внутрь которого вместили. Лишь когда жар от огня начал поджаривать его кожу и плоть, он понял, что этот бык станет его могилой. Его воплем эхом отдались в бронзовой камере и проходили через сложный музыкальный инструмент в голове быка. Наружу двое мужчин услышали бычий рев. Пипец вообще. Офигеть. Не дергается он за хвост. Так, ладно, я собрал раз, два, три, четыре, пять, шесть осколков. Ядовитая железа. Гриппа. Кость, покрытая слизью. Прочная веревка. Так, подождите. Комбинация не сработает. А дверь не открывается. Открой ты дверь. Я не могу дверцу открыть. Ух ты, банка на веревку. Ну не открывается она, короче. Инструменты есть. Думаете? Ну там ничего вообще не поднимается.
А-а-а! Где дверь? Дверь, дверь, где? Один большой монитор у меня. 6-3 шведов дрючит, но это вообще супер. Так. Невероятно. Ты нашел рецепт веера. Еще есть надежда. Так, роба. Давайте роба, друзья, уберем. Фу. И почитаем немного чатики. Экзо, я не знаю, хэппи-энд там или нет. Автик, спасибо тебе огромное. Спасибо, друзья, спасибо. Так. Ну, Sunstop Game, я ответил тебе уже на этот вопрос. Так. Walking Dead, эпизод 1. А, кстати, вот я видел в PSN, да, друзья, вот кто знает, может быть, кто из вас уже играл. The Walking Dead в PSN есть. Там эпизод 1. Как я понимаю, там говорилось о том, что там будет 6 эпизодов, и каждый эпизод будет раз в месяц выходить. То есть пока есть первый эпизод. Интересна эта игра или нет? Интересный довольно. Ну, квест такой. Она на русском или на английском? Я имею в виду в PSN, может, у кого есть. А, друзья? Я пробовал в демку, можно и поиграть. Golden Shark, она на русском? Да, на русском. Ага. Кстати, может быть, попробовать. У меня один монитор, один большой монитор, 24 дюйма. Кто-то говорит английский, кто-то говорит русский. А, вот в PSN ХЗ. Ну ладно. Ходячие мертвецы, это по сериалу. Ну не знаю, можно будет, кстати, попробовать. Ну посмотрим. Какой на русском. А, Airfire, а ты где на русском играл? Не на русском она. Не на русском. Так, еще раз, друзья. Прошу вас не забывать о битве комментаторов, которая проходит на empiretv.org. Мне нужна ваша поддержка, а вам моя. Поэтому огромная просьба к вам подписаться и поставить лайки. Желательно сделать и то, и другое. Вот. И тогда мы сможем покорить вершины топов, занять первое место, получить денежку и купить ту игру, которую нам всем захочется. И, соответственно, устроить по ней марафон. Все деньги, собранные на стримах, со стримов, от полученные от пользователей, то есть от вас на кошельки, я трачу только на стримы. Только на игры, только на девайсы, соответственно, на те игры, которые вы мне советуете, говорите. На стриме у парня видел, он играл на русском. Но надо будет, кстати, попробовать. Ладно, друзья, давайте продолжим. Давайте продолжим. Кстати, мне говорят, что надо... Слушай внимательно, мой мальчик.
Александр хочет открыть врата, портал в иной мир. Он мечтает отправиться туда. Сдержи свой гнев, мой мальчик, и позволь ему открыть портал, прежде чем отомстишь. Позволь мне пройти через врата, Даниэль. Пожалуйста, найди ингредиенты и приготовь эликсир, описанный веером. И сделай это, прежде чем соберешь сферу. Барьер во внутреннем святилище будет снят на короткое время. Чтобы спасти меня, тебе придется подготовить все заранее. Так, ладно. Просит приготовить особый эликсир, чтобы спасти. В одной из заметок написано «эликсир из трех ингредиентов». Все, осколки сферы мы собрали. Так, это у нас есть, это у нас есть. Соответственно, банка с кровью. Нужно пойти. Нам сказали, пойди туда. Не знаю куда, и принеси то, не знаю что. А, соответственно, это надо пойти туда, где пилили чувака. Правильно я так понял? Неспасаемый, я его не верю. На PS3 английская. Так, а где пилили чувака? В какой из комнат? Я уже не помню. Давайте сначала посмотрим. На кол его сажали, да? Так, на кол тоже не то. Там, где именно пилили. Блин, опять чувак там сидит. Вот здесь, да? Так. Так, теперь станцию следует зачистить, прежде чем добавлять в кровь. А чем ее очистить? А мне ничего нету. Блин. Чё я пропустил? Так. Так, журнал. Давайте почитаем. Записки. Веер говорит через Агриппу. Соответствующие инструменты, я извлеку яд.
инструментами. Может быть, он сам очистит. Может быть. Давай в алтарь. Мне советуют в алтарь пойти. Я так понимаю, надо в алтарь. А, там же всякие там жертвоприношения и все такое. Наверное, следует пойти. Блин, меня все вот этот вот крендель пугает, который здесь сидит. Вижу, ты собрал все осколки сферы. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Но если ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира Вейера, прежде чем соберешь сферу, меня еще можно будет спасти. Ладно. Прошу, мальчик мой. В алтарь. Что у Вокса такое было? А что значит первая амнезия? Есть еще вторая амнезия? Что за бред? Меня что, поймали? Я волновался за тебя. Честно говоря, я не знаю, что с тобой делать. Я не держу на тебя зла, Дэнни. Знаешь, мы ведь очень похожи. Ты и я. Ты и вправду выпил эликсир амнезии? Это объясняет твое поведение. Ты так и не закончил то, что начал. Ты говорил об искуплении, о том, как встретишь день и спасешь наши труды и меня. Я даю тебе еще один шанс на искупление. Ты можешь подождать здесь и остановить день. Спасибо. Не дождешься. Что-то разбить тут можно. Понятно.
отлично. Что за бредятина? Так, где я нахожусь вообще? Я понятия не имею, где я нахожусь. Так. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Так, настойка. Деревянное ведро. Так, что-то мы здесь собираем. А! Чё за ёшкин? Что это было? Я не знаю, можно было сделать, чтобы меня не схватили, или нельзя было. И что это было, я тоже не знаю. Так, записка последнего... Чего? Кого? Последнего пленника, господи. Осталось немного, прошу лишь... Пишу лишь для того, чтобы не вспоминать, что творилось в последние дни. Если повезет, я засну, и время пройдет без терзания. Я устал от своей темницы. Когда я впервые оказался здесь, мне казалось, что я похоронен в гробнице. Но теперь тюремные стены стали близки мне. Пока я здесь, стены словно защищают меня от угрозы извне. Я даже нашел себе силы усмехнуться, когда один из моих тюремщиков... обронил ключ в сточную трубу. На секунду родилась надежда, что я смог бы как-то вытащить его и сбежать. В моих мечтах, Александр, я победитель. В моих мечтах я побеждаю тебя и спасаю из твоих лап. Возвращаюсь сюда со всеми рыцарями королевства, вооруженными мечами, пистолями. В моих мечтах. Так, понятно. То есть где-то у нас есть ключ. Тюремщик обронил ключ. Так. Так забавно, короче, мы знаем, что есть. А теперь поднимаем ведро, и там будет ключ, правильно? Да возьми ты ведро. Поднял ведро воды. А, нет, надо, короче... А куда он уронил? В сток куда-то. Наверное, надо... залить туда и... заперто. Нужен ключ. Комбинация не работает. Так. Этот крендель... уронил ключ в сток. А где этот сток? Серега, ты перестанешь меня пугать или нет? Не знаю. Может, и перестану. Так, я набрал в ведро воды. Что теперь надо сделать?
спасибо, друзья. Ржавый ключ. Я думал, сейчас у меня подо мной просто разорвется накидка. Темницы. Что это было? Августа 1839 года. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени и боюсь смерти больше, чем когда-либо. Недалеко от Альштадта есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Вот это марафон был. Все, я поправил Роба. Wild Sky. Вокс 50, зерк 38,9. Блин, надо, чтобы 150, а у зерга 38,9. Друзья, я вас верю. Помогите в битве нам. Мы должны обойти зерга. Так, а чё ты руку себе чуть не откусил? О, да, добавили смайл. Да, 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 друзья. Да, друзья, еще раз прошу, поддержите меня на Empire TV в битве комментаторов. Поставьте лайк. Подъезжали карьеру и поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Барон занялся рабочими на ферме, а я пошел искать детей. Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Это пипец вообще.
Где это мы? Так, отсюда я вышел, правильно? Темница, да, отсюда я вышел. Ага, у меня только одна дверь. Блин, куда это я сейчас попаду? А, это та дверь, которая заблокирована была, да? Все, я понял. Так, нет, нам не сюда. Не понял. Куда нам? Братишка, в колодец. А дверь я... Нет, я дверь не утяну. Мне вон туда, надо на ту сторону перебраться. Да чё за дрянь? Может просто перепрыгнуть туда? Вот, блин. Да ёшкин кот-то, а? Кто меня бьет-то? Все залито крипом, зерги здесь. Кстати, лаборатория здесь была.
Во! Теперь мы здесь сможем приготовить зелье. Точняк. Так. Трудница. Ага, тут, наверное, надо... А так, а что мне нужно? Не мензурку какую-то нужно же, да, по идее? Железу, чтобы извлечь. Кровь следует очистить. Давайте тогда попробуем очистить кровь. Очистим кровь. Ага. Кровь очистили. Не готовый эликсир. Далее. Нет, вот он. Вот так. Теперь... Эликсир веера мы взяли. Ага, мы взяли эликсир веера. Отлично, теперь можем мы Агриппу спасти. Блин, ну это жесть. Я думал, ты погиб. Замок дрогнул, я услышал, как обрушился алтарь. Похоже, проход в лабораторию открыт. Кстати, что здесь у нас? А мы тут были? А мы тут не были. Пила. Так, куда это мы здесь попадем? А, не поддается. Ладно. Но зато мы пилу взяли. У тебя получилось. Слава Богу. Слушай внимательно, мой мальчик. Сперва напои меня эликсиром, затем обезглавь меня пилой. Когда эликсир сработает, ты сможешь обезглавить меня, не убив. Затем возьми мою голову и отнеси к вратам, которые Александр открывает в святилище. О чем ты? Почему ты не войдешь по вратам? Нет времени спорить, нужно действовать. Ладно, чувак, держи. Обезглавь меня! Так. А нам правильно туда же, да, надо? Thank you.
Так. Подождите. Что у нас? Магический барьер прилетает на 50 алтарей, в котором может поместиться сфера для входа на внутреннее святилище. Но... А куда? Надо на алтарь поставить, наверное, его, да? Куда-то надо в дверь направо или налево пойти, правильно? Так, я не понял, не понял. Я не понял, не понял. Так. Наверное, сюда, раз у нас только здесь открыто. августа 1839 года. Кем я стал? Девочка сбежала. Я гнался за ней до самого верха. Я догнал ее и... Сколько стоит жизнь? Сколько жизней я заберу, прежде чем отдам свою? Я готов прикончить убийцу, чтобы спасти невиновного. Но убить невиновного, чтобы спасти себя? Чертов убийца! Вот его накрыло. Так, у нас тут, кстати, тут про... Что это за механизмы? Кстати говоря. Я ничего не могу. А для чего заклинить шестеренку надо? Что я сломал, что я разрушил, кстати говоря. Что за механизм я разрушил сейчас? Я так и не понял. Ну да ладно. Так, надо собрать теперь сферу, да, я правильно понимаю?
Так, Роба. Роба так Роба. Так. За мной. Августа 1839 года. Я не виноват. Этот гад манипулировал мной. Он сыграл на моей совести и бросил меня один на один с тенью. Чертов манипулятор! Он что? Ждет, что я просто приму смерть, пока он овладевает величайшей силой во Вселенной? Клянусь, я убью тебя, Александр. Жаль, что тень не достала меня в Лондоне или в Алжире. Тогда ничего бы этого не было. Ты превратил меня в чудовище, в убийцу. Я жду смерти. У меня нет сил бороться. Колени подгибаются. Я ничего не вижу, потому что в глазах стоят слезы. Я сломлен, как те несчастные, которых я замучил. Я хочу стереть свою боль, как мы стирали память наших жертв. Блин, что делать надо, что делать? Так. Дверь не открывается. Дверь не открывается, дверь не открывается, не открывается, не открывается. А-а-а, что делать надо? Массивная дверь заперта, найдите способ ее открыть. Окей, 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 окей. Так, а там тень, да? Так, а здесь я уже опустил, да? Вверх мне не поднять. Ну, никак не поднять, не поднять, не поднять, не поднять. Может где-то еще есть? Есть, 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 есть. Мамочки, как тут страшно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-та-та-та-та-та-та. Так, что надо, что надо? Так. Что-то тут нечисто. Что-то здесь нечисто, ага. Блин, что я сделал-то, а? Кровь. Может, сюда бошку этого надо положить? Нет, нельзя. Я ничего не понимаю, что я делаю, ну да ладно. Блин, меня приключило к столу. Вставай! Ядрёна вошь, рассудок с ума сходит. Свет! Блин, а мне не пройти здесь теперь. Нет, пройти. Надо перепрыгнуть.
сферы, боже. Боже, 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 боже. Ой. А я-то все думал, придешь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия, но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра и не видишь зла в Агриппе? Что надо сделать? Нет воспоминаний. Да ты что творишь-то, а? Ой, начинает все быстрее летать, кстати говоря. Камни быстрее и быстрее летают. Да что происходит? А чё я погубил его? Чё он крикнул, что я погубил его? А, идти надо. Вот он, ты видишь его, Веер? Он не заслуживает такой участи. Помоги им. Я знаю, ты можешь. Не волнуйся, Даниэль. Все будет хорошо. Друзья, неужели мы с вами это сделали? Спасибо. Ой, они погибли оба?
Да нет, я так понял, что Агриппа поможет Даниэлю. Другие концовки? А чё, есть другие концовки? Ещё. Три концовки? Так, а тут можно как-то загрузиться или все, или только если сначала только проходить. Три концовки, одна спецконцовка. Думаю, можно. Сначала, да не, вы что, смеетесь, что ли? Конец. Один. Один 314. Конец. Так. Продолжим последнюю игру. А откуда мы продолжим? Ага, во, отсюда мы... А я-то все думал, придешь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно. Нет, не делай этого. Я понимаю, ты сомневаешься в моих намерениях. С чего бы мне так... Стой, Даниэль! Все испортишь. Мы уже так близки, хорошо? Не... Но ведь я, возможно, спасаю и себя. Я такой же, как ты, Даниэль. Пленник обстоятельств. Нет, ну нет! Ты погубил нас! Погубил нас обоих! Отпустила меня. Думаешь, я боялся бежать из Бренненбурга? Как раз наоборот. Я знал, что это мое чистилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Отрицаю то зло, что совершил. Но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно. Походу дела замок обрушился и все. И никуда Даниэль не ушел. Лайк 271. Ладно, хорошо. Давайте еще одну концовку посмотрим. Я-то все думал, придешь ты или нет.
Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия, но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра и не видишь зла в Агриппе? Давай уже, блин! Ты видишь, Даниэль, совершенно другой мир. Как он прекрасен. Наконец я могу вернуться домой. Но ты, прости меня, ты не сможешь войти. Ты все еще запятна. На тебе клеймо тени. Она поглотит тебя в любом случае. Прошу, отпустите. Да блин. Я ничего не скажу тебе. Спасибо, друг. Твоя жертва не будет напрасной. Тебя будут помнить. Помнить вечно. Ну что ж, друзья. Ворвался, называется. Ой. Неужели мы с вами осилили эту амнезию? Жуть, не игра на самом деле. Селнах, спасибо. Спасибо, друзья. Четвертая, аж что, есть еще четвертая концовка? Вы меня не пугайте. Ланоар, давай уже. Ну, у меня нету пока этой игры. Нету четвертой.
Стрим по игре следующий будет завтра, скорее всего. То есть я завтра постримлю что-нибудь. Вот. Не знаю, не обещаю пока марафона. Потому что я завтра с утра занят. Вот. И потом в обед тоже, наверное, буду занят. Поэтому марафона не получится. Такие стримы, как бы, они обязательно будут завтра. Вот. Но что стримить буду, пока не знаю. То есть у меня на самом деле есть такое предложение приобрести Twisted Metal. Вот я и говорил. Twisted Metal и погонять на тачках, потрэшить. Вот. Что вы думаете по этому поводу? У меня, кстати, есть еще одна идейка. Вот, сейчас я попробую посмотреть. Конец. Так, ну что ж, давайте мы выйдем из игры. Чтоб она нам лучше Пенумбра. Нет, я, блин, друзья, вы что за игра? Салвия, это Амнезия. Амнезия. Руку засунь и откроешь портал. Недавно зер проходил. Ну да. Сейчас, друзья, я скажу, у нас как бы. Так. Так, сейчас посмотрим. Вот что вы скажете по поводу вот этой игры? Я вам сейчас скину название в чаты. Вот, я думаю ее прикупить. Говорят, что вроде ничего такая игрушка. Что вы скажете насчет нее? Барби или Симс? Окей. Это же слэшер. А я не знаю, что это такое. Я просто смотрел. Резидент, Резидент Go. А какой резидент? У меня есть резидент, только. Где он тут у меня? Вот такой резидент. Ну а одному в него проблематично играть. Ну скучно. Я имею в виду Operation Dragon City. Асура в раз, помню, был неплохой трейлер. Да, она норм. Это же драчка какая-то. Ну да, то есть там действительно что. Драчка какая-то. Что-то в этом роде. То есть, соответственно, Асура кул. God of War я все части прошел. Нет, пятая есть на компе. Пятая есть на компе. Ну, то есть, как бы, у меня вот предложение, как бы, устроить стрим по данной игре или купить Twisted Metal. Ну, в принципе, также не исключаю возможности, например, сейчас посмотрим, что у меня есть. Что у меня есть в библиотеке. Давайте посмотрим, что у нас есть в библиотеке. Вам видно, да? Сейчас библиотеку игр в полностью всю. Нет, не всю. Давайте начнем отсюда. Вот так, да? Видно. Ну, Brink я не буду. Modern Warfare я стример. Dead Island. Ну, надо все-таки это кооператив. Deus Ex я простримил весь.
Фир простримил, Left 4 Dead это все-таки не мне стримить, портал, портал стримил, так, ну вот можно на самом деле Чужой против Хищника попробовать постримить, также у нас есть Метро 2033, которая в принципе на стрим неплохо бы пошла, ну, вот она. Эй, в Одиссею и этого самого я стримил на PlayStation. Но остальное, в принципе, 100 тысяч раз уже было перестримлено. И Мафия там, и все остальное. То есть, как бы, есть предложение, то есть, постримить Чужой против Хищника, либо Метро 2033. Но это на крайний случай. Вот. Это на крайний случай. А все остальное, как бы, я пока не знаю. Нет, у меня инвайта Dota нет. У меня вот я, спасибо огромное одному из моих зрителей, который мне предоставил инвайт Dota. Вот, дал мне. Но я пока еще ни разу не играл. Чужой против Хищника не надо. Лучше Метро. Лучше Метро. Асура Врас это ярость. Ну что ж, Dota 2 нет, Dota 2 нет, не буду. Вот, Dota 2 не буду. Ну ладно, друзья, то есть я так понимаю, что Асура, в принципе, она нормально подойдет, да? Или все-таки устроить трэш по Metal, Twisted Metal? Асура или Twisted Metal? Давайте, короче, я вот в данный момент, сейчас буквально после стрима, в течение 5 минут на... ВКонтакте в группе я запилю голосование. То есть, что мне приобрести, Асуру либо Twisted Metal. Вы проголосуете, и, соответственно, вот завтра одна из этих игр появится на моем стриме. Ну, может быть, не завтра, а послезавтра. Также я как бы планирую Лимбо постримить. Может быть, я завтра Лимбо постримлю. Вот, а завтра закажу игру, чтобы ее там с доставкой сделали до ближайшей. То есть, соответственно, послезавтра она появится. Или сам доеду до магазина, там ее заберу. Ну вот. То есть, соответственно, где-то завтра до обеда, как бы, есть время проголосования. То есть, Асуру, либо Twisted Metal. Ну вот. Так что я все это сделаю, вот. Ну, от вас еще раз попрошу, чтобы вы все-таки меня поддержали в битве комментаторов. Надеюсь на вашу поддержку, потому что вместе мы сможем добиться многого. Я дам вам сейчас ссылочки и прошу вас зайти, подписаться на мой стрим и поставить лайк. Желательно сделать и то, и другое. Вот. Желательно сделать и то, и другое. То есть, так мы вырвемся на первые места, заработаем немного денежек и, соответственно, прикупим что-нибудь еще. Вот. Ну, также не забывайте, если у вас есть возможность помочь материально, там тоже скидывайте кошельки, указанные практически на всех порталах, даже не практически, а на всех порталах. То есть вы можете туда перевести мне некую денежку, и, соответственно, данные деньги идут на игры. То есть я покупаю, то есть вы, друзья, тоже как бы поймите, что вот стримерское дело, оно, с одной стороны, клевое, вот, но не особо всегда благодарное. Потому что стример-то все-таки тратит в основном свои деньги на игры, там стримит, да, он получает некое удовольствие, как бы, на, но в большинстве случаев порой бывает это не особо как бы благодарно и как бы выгодно. То есть я имею в виду, что стримеры в основном стримят чисто так, пофаниться. То есть никакой выгоды в основном от этого нету. И, соответственно, бывает порой, как бы вот если вы видели, что некоторые стримеры сначала стримили, у них был интерес, потом они пропадают куда-то. Соответственно, у них пропадает мотивация. То есть они стримят, ничего с этого не имеют, как бы, да, и пропадают. Вот. Поэтому, как бы, если у вас есть там стримеры, которые, как бы, вам нравятся, я не имею в виду себя, я имею в виду вообще, то есть желательно, как бы, так, иногда помогать и скидывать какую-нибудь денежку, то есть там 10-20 рублей, то есть представьте, вот меня сейчас смотрят, да, смотрел, например, 100 человек, вот если бы вы мне скинули, то, например, там по 100 рублей в месяц, да, из вот этой вот сотни, которая сегодня смотрела, 100 рублей там скинули бы завтра, там, те другие, которые смотрели, то есть, соответственно, я мог бы себя обеспечить
играми, девайсами всякими разными. Плюс я бы мог еще прокормиться, как бы. Вот. То есть, в принципе, так денежка небольшая, как бы, вот, но все-таки. Я прошу прощения, может быть, кому-то не нравится, что вот завелся данный разговор, но очень логично было бы его поднять сейчас, потому что многие кричат: давай ту игру, давай другую игру, давай третью, как бы, да. Игры для PlayStation стоят от 1500 до 2500. И теперь вы сами понимаете, почему, как бы, я там беру и стримлю, например, не то, что вы там все там просите в один голос, а стримлю порой то, что у меня, как бы, есть. Если я где-то возьму у друга, у товарища, как бы, или все-таки раскошелюсь, пойду что-нибудь куплю, или мне один из порталов там предоставит там денежки и на покупку той или иной игры. Но это не всегда бывает. То есть тоже должны это понимать. Надеюсь еще раз на понимание, на вашу поддержку. Давайте на этом закончим эту тему. Я думаю, вы, как бы, уже поняли, что я хочу сказать, что я имею в виду. Вот. Ну что ж, с вами был я. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Сегодня я, наверное, туда залью вводы по Killzone и по Dead Space 2 Severed. Вот. И на YouTube залью вводы по Амнезии. Вот, сегодня поставлю на закачку на ночь. И, наверное, в ближайшее время я обновлю ссылку на новый канал YouTube. Потому что, как бы, мой канал старый, его, ну, не заблокировали, а просто запретили мне... закрыли возможность добавлять вводы более 15 минут. Так что я создал новый. Ну что ж, ждете меня завтра. Ну, я надеюсь, что у меня все-таки получится. Еще раз всем огромное спасибо. Всем счастливо, всем пока. С вами был Vox. Осилили мы с вами Амнезию. Вот, ну, на этом все. Ждите, следите за анонсами. Пока.